Москва сохраняет статус спортивного центра Российской Федерации. Это подтверждают не только регулярные дворовые турниры и зарядки, но и ежегодная выставка «Фестиваль здорового досуга», «Фитнес Москва. Спорт и стиль». Выставка с каждым годом становится все ярче, интереснее и популярнее. В этом году ее открывали звезды театра, кино, эстрады и известные политики. Нужно сделать так, чтобы спорт был модным, чтобы модно было быть здоровым, энергичным. Модно было бы здоровым и душой, и телом. Вот мне кажется, это мероприятие, безусловно, создает все условия, чтобы и мы с вами, и наши дети были здоровыми, спортивными, энергичными. Посетителям предлагается попробовать себя в скалолазании, прыжках на батуте, стрельбе из арбалета, велотриале, прохождении полосы препятствий, силовых и экстремальных видах спорта наравне с самыми безобидными. Желающие могут принять участие в подвижных уроках и мастер-классах с опытными инструкторами и спортсменами. Мы продолжаем бороться за здоровье москвичей, а с ними вместе за всех россиян. Уже 5 лет, как проходит эта выставка, у нее есть уже своя история, очень интересная, яркая. С каждым годом мы насыщаем, в общем, нашу выставку в большей степени таким динамичным содержанием, чтобы те, кто сюда пришел, получили удовольствие от того, что они вообще побывали здесь, потому что это ярко, интересно. А во-вторых, каждому захотелось бы самому заняться чем-либо, чтобы позволило ему оторваться от рутинных дел, свой досуг посвятить, может быть, тому, чтобы его здоровье было хорошим, крепким. На выставке представлен стенд Департамента физической культуры и спорта города Москвы. Здесь москвичи могут ознакомиться с последними новинками в сфере спортивного оборудования и систем контроля во время тренировок, получить информацию по поводу спортивного питания и даже записаться в спортивную школу. Мы представлены новейшее оборудование в области тестирования спортсменов, а также оборудование, позволяющее людям, занимающимся физической культурой и спортом, улучшать свое здоровье под контролем. Благодаря последовательной реализации целевой программы «Спорт Москвы» Москомспорту удается с успехом развивать спортивное движение в столице. Поэтому Москва – родина многих чемпионов и место проведения самых престижных и значимых спортивных мероприятий.